Всем привет, мы продолжаем играть в серию Сэм. Вторую часть. Отлично, всегда хотел покататься на такой штуке. Черт! Ну все, остановились. Опять эти клоуны. Но ниндзя эти. Ой, плохо будет дело, плохо. Так, музыка называется «Колесо обозрения». Фу, музыка. Миссия называется «Колесо обозрения». Поехали. Нам надо запустить все три колеса. Найди три монеты и отнеси по одной в кассы у каждого первое. Колеса. Понятно. Так. Дерево раскрывается. Так, монетка. Если я сейчас возьму монетку, повлазят монстры. Оба. Не очень эффектно, вот это конечно. Боевое оружие есть? А, есть. Отлично. Так, этих я все убил. Теперь у тебя лежит это. А, тут еще два. Так, все, готово. Еппи! Теперь. Отлично. Так, теперь мы. Вот. Так, я знал, что я сегодня патроны сейчас. Спасибо. Сейчас повылазит. Монстр. Фух. Давайте, монстр, где вы? Клоуны, как же они любят клоуны. Следующий этот заходит. Кто меня стреляет? Капец, они из ниоткуда появляются. Еще и роботы. На! Они когда-то заканчиваются. Музыка, правда, очень скучная. Надоедливая. Ну и купить сколько вас тут. Так очень хорошо, кстати, что они в кучу собираются. Так можно одним выстрелом убить всех. Мне это очень нравится. Так. Он сейчас повылазит, чувствую. Сет активирую и все повылазят. Погнали.
Ух ты. А, где там? Но все-таки это лучше. Но если бы вас было бы не так много. Лучше сюда, не сюда не залез. Что у нас тут дальше? Ворота открылись. Так, тут еще есть копейка. Сокровище 1000. Отлично. Ну, вроде бы все, прогнали. Эти ворота не открываются, очень жаль. Саш, погнали. Похоже, мы все ближе к центральной площади. Иди дальше по улице, уже недалеко. Что не дождусь момента, когда я вручу принцу Чаню свой подарок на день рождения? Спасибо, конечно. Как-то. Ха-ха. Не моя жизнь. Ух ты, сколько вас тут. Давайте вам сволочи вот такие. Вообще не все тут собрал, чтобы туда идти. Погнали. Здесь сигнал быстро. Ух ты, я аж напугался. Чего они сидят в этих ящиках-то, я не могу понять. Ну, походу, удовольствие приносит. В ящиках сидит. Ух ты! Да. Истоком. Так. Ай, как его поднесло. Тот завис.
что это значит, это фигня. Что сейчас будет интересно? Интересно, как эта функция работает просто. Реально интересно. Умрите уже все монстры, ё-моё. О, да. Сколько вас тут может быть? Короче, я получится. Они сами взрываются. А, их как-то... Ну, ты отлично. Новая жизнь. Ой, поскорее бы уже все это закончилось. Серьезно, я уже устал. Ой, капец. Долго мне их еще убивать всех? Ко мне самому не надо есть. Найден секретный цыпленок ниндзя. Секретный цыпленок ниндзя. Вот, там еще. Цыпленок ниндзя. Прикольно. С монетки пособирали. И можно будет идти дальше. Ух ты. Тоже какие-то две есть. А, не открывается. Ну что, поехали сюда. Тут должен быть где-то знак. Так, и что у нас тут? Привет, это Джордж Бигнар в прямом эфире из города Чифа. Городами собрались отпраздновать день рождения его. Церемония может начаться в любую минуту. Ожидается великолепный фейерверк и развлечения. Может даже слухи о том, что Принц-чай лично исполнит свою последнюю поэму. Это же монстр, почему они его не убивают? Церемонии для них это настоящий честь присутствует. Ёк его!
Ага, и выставляет. Вы можете увидеть все это в прямом эфире. Капец, да. Бежали. Кто хочет сдохнуть первым? И кое думаю. Стоп. Думаю, стоит дать старику спокойно уйти. Я подожду, если вы подождете. Договорились? Поторопись, дедуля, спасайся. О, как он долго идет. Да. Ты уйдешь наконец? 20 минут. Отлично. Что ж, приступим. Да, ну, я буду атаковать. Ну, я буду играть, точнее. Это как фильм. Прикольно. Ремис к нам-то. Принц Чань убегает. На шарике? Он наверняка спрячется у себя во дворце. За ним. За ним. Отлично, миссия пройдена. Отлично. Ну что ж, подписываемся на канал, ставим лайки и ждем продолжения. Всем пока.